Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. Недавно я говорил о том, что стартует эксперимент. Я делаю фейковую анкету девушки ВКонтакте и пишу несколько комментариев и размещаю несколько постов в разных пабликах Дальнего Востока. И мы смотрим, сколько нам будут писать, что предлагать, кто писать, как подкатывать, будут ли подкатывать и так далее, и так далее. Ну что, давайте разбираться, подписывайтесь, ставьте лайк, смотрите на то, что пишут обычным девушкам ВКонтакте, и с этой точки зрения планируйте ваше общение сами. Итак, почему данное видео будет вам полезно? Потому что вы тем самым сможете понять, что получает обычная девушка и на фоне других парней, которые пишут ВКонтакте, казаться каким-то более выигрышным или более интересным, или как-то заинтриговать по-другому. Но важно понимать, с чем сталкивается средняя девушка каждый день. Напомню, что мы сделали. Аккаунт обычной девушки, женщины с ребенком, примерно 28 лет. Фотографии я взял не из России, сделал очень грубый фейк. Давайте смотреть, что же нам написали. Первые и основные люди пишут вот примерно что-то такое. Привет, как дела, нормально. То есть здесь они ничего особо не умеют придумать, не могут как-то подкатить. Ну и слава богу, потому что, соответственно, ничего интересного здесь нет. Просто привет, как дела, что делаешь и так далее. Таких очень много. Таких было за два дня около 30-40. Ну и всем, соответственно, отвечал, что нормально, что делаю, ничего не делаю, что делаю, читаю книгу, что делаю, убираюсь дома, что делаю, работаю и так далее, и так далее. Поэтому на них не стоит заморачиваться. Единственное, что можно отметить, то, что их очень-очень много, и, пожалуй, вопрос, как дела, что делаешь, девушки более-менее привлекательные задают по 20-30 раз в день. И это не преувеличение, реально 20-30 раз в день. Давайте смотреть дальше. Вот интересный некий Витя писал мне, когда еще был пустой аккаунт, 10 сентября, привет, как дела, го, познакомимся, если не против. Разумеется, не ответил, два ночи было, потом днем, привет, как дела, го, познакомимся, если не против. Я отвечаю, давай, ты откуда, сколько лет тебе? Я отвечаю, 14, и тут он отстал на буквально две недели, пока я не поставил фотографию уже девушки постарше, которая явно не 14, но тем не менее, он вот снова написал 14-летней даме «Привет, как дела? Го познакомимся, если не против». Судя по всему, он копирует все эти сообщения, потому что он ничего другого не пишет никогда, но мог бы и написать «познакомимся», мог бы хоть какую-то проверку провести, а не так сильно позориться. Но самое интересное, что он пишет 14-летней девочке. Как, как представилась наша Елизавета, здесь 14-летней девочкой, он вот пишет: Девочка, чтобы познакомиться, запомните, никогда не пишите маленьким девочкам в ВК, вообще, не пишите им ничего, даже ни с какими мыслями, ни с хорошими, ни с плохими, ни с пошлыми, ни с дружескими, ни что-то узнать. Никогда не пишите несовершеннолетним девушкам, особенно если вам там 20, 25, 30, 35, тем более. Никогда, просто обходите их стороной для вашего же блага. Запомните это. Смотрим дальше. Некий Валентин пишет ⁇ привет, не против познакомиться ⁇ В 26 минут. В 23.47 ты чего молчишь? То есть он настолько нетерпелив, настолько хочет получить секс, настолько хочет получить девушку, что не может даже подождать сколько? 21 минуту вечером. Как будто вот человеку нечем заняться, он только сидит и ждет, пока ему ответит наша героиня. Никогда так сильно не позорьтесь. Я уже говорил и сейчас еще расскажу, что у вас, как у достойного мужчины, должны быть свои дела, свое хобби, свои знакомые, свои друзья, какой-то спорт, работа, карьера. А девушка должна заниматься, занимать э, не, не более там 5% вашей жизни. Именно вот такое общение межполовое, А здесь он буквально сидит и ждет, пока мы ему ответим. Ну что, Валентин, э, спешу тебя разочаровать, но Елизавета тебе не даст. По понятным причинам. Снова нету знаков препинания, неграмотен. Это все понятно. Извини. С легким паром тебя. Ну, понятно, то есть в каждом слове ошибка. Расскажи о себе что-нибудь. Ну, это супер супер интересный собеседник, тем более, что на таком моменте девушка может просто прекратить общаться, потому что ей пишут по 300, господи, ну ладно, не 300, по 20, 30, 50 человек в день в среднем, и поэтому здесь тоже не то. Смотрим дальше. Расскажи о себе что-нибудь, что, что делаешь, уборка. Ну, то есть, ничего интересного Валентин нам не предоставил. Вот это такой средний человек, который пишет в соцсетях неграмотный и, соответственно, какие-то простые фразы без знаков препинания. Ничего не может интересного сам рассказать. Расскажи, как, расскажи о себе, как дела, что делаешь и так далее. Иногда спрашивают, какие хобби. Какой-то диджей-код. Я его не замазывал, потому что, судя по всему, фейковая страница и имя, фамилия, понятное дело, не настоящий. Привет! Выглядишь супер. Я кратко отвечаю с пс, потому что 50 сообщений было, я вот так кратко везде отвечал. У тебя внешность необычная. Есть иностранные корни? Нет. У тебя выразительные черты лица. Ты очень красивая девушка. Ясно. Почему отвечаю ясно? Потому что девушки вот такой, как у нас, 28 лет с ребенком, сделали комплимент по поводу внешности человек, наверное, 20-30 за все время эксперимента. То есть, наверное, 30 комплиментов за два дня подобного плана, что ты красивая, ты супер, ты богиня. И поэтому я уже задолбался читать все эти слюнявые комплименты. Понятное дело, что это пишется всем, понятное дело, что им вообще похрен, им нужно только куда-нибудь присунуть свой пеструнчик, что никакого личностного общения им не надо, что просто у диджея кота не до трах, и он пишет всем такие комплименты, может быть, даже копирует. Это все очень легко читается, это даже глупый человек поймет, это даже я понял, создав фейковый аккаунт, что все это просто пустая болтовня. Диджей Кот сразу спрашивает, интересует надежный и заботливый парень. Э, это он, наверное, про себя имеет в виду. Наверное, Пиши свой номер телефона. Нет. Ты такая общительная. Скинь хоть сиськи. Нет. Ну что, диджей Кот, обычный сперматоксикозник. Он, наверное, подумал, что если он будет называть себя диджей Код, то у него будет какой-то успех у женщин. Диджей Код. если ты смотришь это видео, то пойми одну простую вещь. Диджей, вся эта штука, она была популярна, наверное, в году 10-15. Может быть, даже раньше как и паркурщики, как там и скейтеры. Раньше это, возможно, было, да, возможно, было популярно. Сейчас уже, ну, нет, ты уже пытаешься впрыгнуть в входящий поезд, и поэтому на том, что ты диджей, тебе ничего построить не удастся. Поэтому развивай свою личность как-то так. Еще особо интересно, что между его интересует надежный и заботливый парень, и между сиськами прошло 20 минут, то есть, как вы видите, что девочка его отшила, и он сразу показал, что он просто хочет куда-то присунуть, что у него нет рах. Смотрим последнего на сегодня. Виктор. Виктор, привет. Можно буду твоим рабом? Нет. Облизать можно вам обувь за деньги? Ну, тут уже я просто его заблокировал. Давайте посмотрим. Без лица. Виктор. Ну, он выглядит лет на 18, я вам скажу. Подписан на Hyundai Solaris и на Toyota Crown. Toyota Crown. На два паблика. Все, что его интересует, это Hyundai Solaris и Toyota Crown. Возможно, что фоточки не его. Возможно, что он украл фотки какого-то пацана. А на самом деле ему 40 лет. И у него есть Toyota Crown или Hyundai Solaris. Я думаю, что скорее Toyota Краун, судя по тому, что он хочет быть рабом и облизывать ноги. Но хоть не Марк, и то хорошо. Ну что, друзья, вот примерно средний срез того контингента людей, которые пишут средним девушкам, чтобы познакомиться в социальных сетях. Собственно говоря, никакого разговора о хобби, никакого. Способа установления межличностного контакта, нахождения с точек соприкосновения не было. То есть современный представитель всех этих пабликов знакомств готов хоть кого, хоть куда ехать, хоть когда ехать, неважно, сколько там было у этой дамы партнеров, неважно, какая там она по общению, неважно, курить, нет. Он готов ехать, готов сувать куда угодно и так далее и тому подобное. Единственное, да, что, чего у них еще нет, это денег, то есть никто не, не, при, не предлагал какие-то там рестораны, даже не пытался, здесь уже, наверное, понимают, что платить за женщину не надо, просто давай приеду, давай там стану твоим рабом, скинь и так далее, и так далее. Публиковался я на всех обычных городских площадках, просто писал некоторые комментарии абсолютно нейтрального, не пошло, какого-то мотива. Спасибо за внимание. С вами был Бог Восточника. Эксперимент будем продолжать. Пока, удачи.